В Барнауле на проспекте Калинина произошел порыв на сетях. В результате вся проезжая часть была затоплена, движение было затруднено. Как рассказали нашему телеканалу в пресс-службе водоканала, авария произошла по вине компании «Строймастер», которая при проведении земляных работ повредила водопровод. В результате вода вышла на поверхность и затопила проезжую часть. Специалисты Барнаульского водоканала локализовали место повреждения. Выход воды был прекращен ориентировочно в 14:30. В настоящий момент ведутся работы по устранению, собственно, повреждения на сети водопровода. На время ликвидации ЧП без холодной воды оставались многоэтажка и административное здание. Восстановить водоснабжение специалисты обещали к вечеру.